Привет, друзья, с вами Арчо Моррис и на 100 тысяч. Друзья, сегодня такой день, что я хочу зарядить вас мотивацией на всю вашу оставшуюся жизнь. Поехали! Начнем с того, что я обычный парень с маленького города, начал заниматься спортом в 14 лет и занимаюсь уже 10 лет. Я никогда не думал, что я могу стать кем-то известным, популярным, но я всегда хотел своим примером менять жизни людей. Я такой же, как и вы. У меня нет никаких наград или заслуг. Я обычный парень, который ежедневным трудом добился 100 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Для меня это честь и пока что самый весомый вклад в развитие себя как человека и развитие людей. Этим посланием я хочу сказать, кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, все возможно с ежедневной работой. Вы можете добиться чего угодно, если будете работать каждый день, не покладая рук. Вы думаете, я шучу? Посмотрите на моих коллег-блогеров. Как они выглядят, какие у них заслуги перед обществом, насколько у них больше шансов стать гораздо успешнее, чем у обычного парня, который просто снимает свою жизнь. На самом деле ответ очевиден. Если у вас есть огромное желание и высокая работоспособность, то вы можете подняться с самых низов. И это не шутки, вы правда думаете, что я когда-то думал, что у меня будет 100 тысяч подписчиков? Я даже не мог себе такого представить. Но все изменилось в один день, когда я решил, что я не хочу быть зависимым от работодателей, от времени и так далее. Я просто начал работать в два раза больше, чем работают люди на обычной работе. Но запомните, усердный труд всегда приносит отличные результаты. Если у вас в день остается больше 3-4 часов свободного времени, то вы плохо работаете. Всегда что-то делайте для достижения своей цели. Если нет, то вы останетесь рабом на всю жизнь. Хочу сказать огромное спасибо вам за то, что вы со мной, за то, что ставите лайки, поддерживаете меня, за то, что все время подбадриваете меня делать новые видео. Спасибо огромное, что я для вас являюсь мотивацией, и вы для меня также, в свою очередь, тоже мотивация. От души, ребята. Желаю вам удачи, чтобы вы на своем пути тоже добивались своих целей. Продолжаем идти дальше. Пока!